для тебя. Мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся. Всем привет, с вами Лев, а это канал Эльдорадо. И сегодня у нас на обзоре фотоаппарат с функцией моментальной печати от Canon под названием Zoe Mini S2. Данное устройство достаточно сильно отличается от конкурентов, поэтому усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Во-первых, внешний вид, дизайн просто шикарен, компактно, ярко и легко. Вес устройства 188 грамм. Существует три цвета, бирюзовый, белый и розовое золото. С передней стороны нас встречает окно видоискателя, вспышка и объектив. Он находится в центре большого зеркала, который делает удобным селфи-снимки. Помимо точечной вспышки, вокруг зеркала расположена круговая подсветка. Диапазон действия вспышки и кольца примерно полметра, поэтому делать селфи и близкие портреты можно в достаточно темных условиях. Сверху с обоих сторон есть крепление для ремешка, кнопка спуска затвора, кнопка питания и переключатель режимов. Здесь их три – селфи, портрет и пейзаж. Далее расположен световой индикатор. Внизу порт microUSB для зарядки, порт для microSD-карты и отверстие в корпусе для перезагрузки. За время пользования проблем у нас не возникло, но если что, можно залезть в это отверстие скрепкой и принудительно перезагрузить фотоаппарат. Сзади под крышкой можно загрузить бумагу для печати. Выше находится видоискатель, кнопка переключения цветового режима и кнопка включения и выключения белой рамки. С правой стороны из длинной прорези будут выходить уже готовые отпечатанные снимки. Очень радует минимализм, все элементы навигации под рукой, они понятны любому. Но для более подробных настроек вы можете скачать приложение. Проще всего его найти, отсканировав QR-код во вкладыше в коробке. Кстати, приложение есть как для iOS, так и для Android, и называется оно Mini Print. Самое главное его преимущество – вы можете связать ваше устройство со смартфоном через Bluetooth и печатать снимки прямо с телефона. Предварительно можно обработать снимок фильтром, сделать коллаж, добавить наклейку, текст или рамку прямо в приложении. Это очень удобно, если вы хотите распечатать какой-то старый снимок или в нужный момент под рукой был только смартфон. Сфотографировали, а потом уже распечатали через приложение. Интересная особенность – это бумага с клейкой основой. Отделяем нижний слой и приклеиваем снимок куда угодно, например, на ноутбук или холодильник. В комплекте к фотоаппарату уже идет 10 снимков. Это очень приятный бонус, а заряда хватает на печать 25 листов бумаги. Емкость аккумулятора 700 мАч. Размер получаемых фото 5 на 7,5 см. Разрешение самой камеры 8 мегапикселей. Также вы сможете поставить microSD-карту до 256 гигабайт, чтобы сохранять фотографии на карточку. Рабочая температура для фотоаппарата от 5 до 40 градусов по Цельсию. Ну а теперь давайте внимательно посмотрим на полученные снимки. Мы делали тесты в помещении при небольшом количестве света и на улице, когда все кругом засыпано снегом и действительно очень ярко. Фотоаппарат в целом справился, но старайтесь подбирать комфортные условия по свету. Избегайте слишком темных помещений и выбеленного фона, когда снимаете на улице. На самом деле подобные рекомендации пойдут на пользу при использовании любого фотоаппарата. Одно из главных преимуществ Canon Zoe Mini S2 – это выгодная стоимость печати одного листа. Ну, чтобы уточнить все цены, просто перейдите по ссылке в описании на сайт eldorado.ru, и там же вы сможете оформить заказ. Не забывайте ставить лайки данному видео и подписываться на наш канал. Ну а с вами был Лев, до новых обзоров, пока! Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся!